четверг в Самарской области пасмурно, но будет проглядывать солнце. Местами пройдет небольшой дождь. Еще чуть-чуть потеплеет. Температура воздуха в дневное время плюс 17, плюс 19. Ночью 9-11 выше 0. Ветер восточный, юго-восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 17, ночью плюс 10. Восточный 4 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем 18, тепла, ночью 11, с плюсом восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18, ночью плюс 8, юго-восточный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 38%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.